Валя, я рада вас приветствовать от лица коллектива и администрации нашего музея-заповедника Николая Алексеевича Некрасова «Карабиха». На фестивале «Поэзия полдень. 21 век», приуроченного к 52-му Всероссийскому Некрасовскому празднику поэзии. Некрасовский праздник поэзии на Ярославской земле проводится с 1968 года по инициативе создателя и первого директора музея Анатолия Федоровича Тарасова. И этот праздник давно занимает особое место среди литературных праздников страны. Идея этого праздника связана с популяризацией творчества Николая Алексеевича Некрасова, русской литературы и культуры. Именно тогда была заведена традиция приглашать сюда известных поэтов, писателей. И эта традиция сохранилась до сих пор. Этот праздник давно уже стал крупнейшим мероприятием культурной жизни Ярославского края. Ежегодно в этот день музей посещает более 5000 человек. И новый праздник не ограничивается рамками музея, продолжается за его пределами. Продолжается он здесь, на этом фестивале. Опять она, родная страна, с ее зеленым благодатным летом. И вновь душа поэзии полна. И только здесь могу я быть поэтом. Замечательно, что Ярославская земля, когда-то вдохновляющая Николая Алексеевича Некрасова, стала литературной и прежде всего поэтической площадкой России, была и остается, я думаю, достаточно серьезного уровня. Что сюда приезжают поэты из разных регионов России, чтобы представить здесь, на Ярославской земле, свое творчество. Как уже здесь говорили, что фестиваль этот проводится впервые в рамках Некрасовского праздника поэзии, и хочется надеяться, что такие мероприятия будут продолжаться и в будущем, и станут хорошей традицией, также в рамках нашего Некрасовского праздника поэзии. Ну и как Владимир Юрьевич уже говорил, что на этом фестивале состоится подведение итогов конкурса одного стихотворения гражданской лирики имени Николая Алексеевича Некрасова. Тема гражданской лирики Николая Алексеевича, у Николая Алексеевича Некрасова в творчестве была одной из ведущих тем, и отрадно видеть, что эта тема не ушла из современной поэзии, что она и сейчас волнует поэтов разных поколений из самых разных регионов страны. И хочется пожелать удачи всем участникам фестиваля, творческих успехов и закончить свою речь напутственными строками самого Николая Алексеевича Некрасова. А ты, поэт, избранник неба, глашатай истины ковых, не верь, что неимущие хлеба не стоят вещих струн твоих. Не верь, что вовсе пали люди, не умер Бог в душе людей, и вопль из верующей груди всегда доступен будет ей. Будь гражданин, служи искусству, для блага Родины живи, свой гений подчиняя чувству всеобнимающей любви. И если ты богат дарами, их выставлять не хлопочи, в твоем труде заблещут сами их животворные лучи. Благодарю вас за внимание. Всем удачи и творческих успехов!